сарае. Черт! Сара, я мог бы убить тебя. Ты идешь на завод? Это же и есть наш план, не так ли? Барретт разыскивает информацию об объекте Луна-1. Он разыскивает тебя. Я думаю, что ты должен доверить объект мне. Он может схватить тебя. Он сильнее, чем ты думаешь. Да, я знаю. Ты ведь не говорила, что Барретт был моим другом? Правда? По-моему, говорила. Я об этом позабочусь. Давай!
Ничего не вижу. Нам с тобой делать, Скрайер? Ты должен был умереть. Тебе нравится прислуживать генералу? Годами мы работали во вратах разума. Ты думаешь, они позаботились о нас? О нашем будущем? Нет! Они получили от своих психов то, что хотели. Врат разума больше нет. А генерал — это новое будущее для псиоников. Присоединяйся. Ты же помнишь только фрагменты. Ты не осознаешь всех своих возможностей. Ты уже не представляешь себе будущего без объекта Луна-1. Я знаю, что планы генерала рухнут без него. Я так не думаю. Сара? Прости, Скрайер. Похоже, ты доверился не той девушке. Последний шанс. Присоединяйся. Еще чего? Не дождешься. Старые добрые времена. Ha ha ha!
Надоели эти игры. Теперь ты мой! Эй, не убивай меня! Вызови не убивай меня! Добро пожаловать в мой мир, Ник. Посмотрим, насколько ты живуч. Теперь ты мой. Ник, хочешь почувствовать боль? Теперь ты мой! Попробуй поймать меня, Ник! Ты от меня не уйдешь! Тебе здесь не место!